Уважаемые земляки, у нас в республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции продолжает оставаться напряженной. Ежедневно у нас выявляется около 150 новых случаев. В стационарах получают лечение более 900 пациентов, 80 из которых, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии. Под медицинским наблюдением находится почти 3000 контактных лиц. Как видите, ситуация сегодня не из легких. Вынужден вновь напомнить нашим гражданам о мерах профилактики. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим. Необходимо проявить особую заботу о старшем поколении и максимально ограничивать контакты со всеми. Согласно указу главы Республики Бурятия, у нас в республике продолжает действовать запрет на проведение любых массовых мероприятий. За нарушение данного запрета гражданам грозит административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей. Уважаемые земляки, я призываю воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, мест массового скопления людей. Здоровье превыше всего. Берегите себя и своих близких.